Печору перемело сильно. Урга была дня 4. Вот собак не тащит четверых. Я соскочил. А что на той стороне? Все, пешком иду. Парни вот недавно соскочили. Вон их следы застряли здесь. Идем пешком. Одного мод собак тащит. Ну и барахло все. Тут еще проехали не по той стороне. На буране испортили немножко. Ну не то чтобы испортили. По идее вот по этой стороне все ездят. Всем здравия! Вы находитесь на канале Барыч Приходько. После обильных снегопадов и морозов мы вновь прибыли на Курью. Сегодня мы без Дениса. Со мной брат Николай, друг Леонид и новый герой Кузя. Кузя, помаши маме ручкой. Вон Леонид. Сегодня будем пытаться ловить рыбу. Почему пытаться? Потому что последние данные здесь толком никто ничего не ловил. Скорее всего, повыловили этот косяк, который тут плавал. Попробуем еще здесь порыбачить. Если здесь не будем, будем искать новые места, где рыба обитает. Сейчас прикормочку замесим. Уже замесил. Будем раскладывать по лункам. Сегодня у нас почти 20 градусов. В городе где-то 15. Тут, наверное, 20-ка. Ветер юго-запад будет меняться на запад, потом северо-запад. Давление 739, тоже в течение дня будет падать на 2 единицы, на 3. Время уже 8:30. Поклевок пока нет. Прикормку только что опустил. Сегодня буду применять кивковую удочку, поплавочную и, возможно, бескивковую. Посмотрим, какая рыбалка будет. Буду ловить опарыш, червь применять, как обычно, тесто. Все в зависимости от клева. И в течение дня все видно будет, если вообще будет клев. То, что еще раз повторюсь, много людей уже сказали, что тут практически ничего не ловится. 10-15 рыбешек. У меня есть. Ловится первого плотвичка. Еще камеру не успел поставить, только прикормку кинул и уже поймал. Может, рыбаки были такие, что не ловили рыбу? Или снаряды не того калибра сбрасывали? Ну, у нас снаряды нужного калибра. Стайка крупную плотву подошло. Камера выключилась. Пятую штучку уже поймал. Рыба есть. Наверное, рыбаки, которые сообщали, что не ловится, все-таки не того калибра снаряда забрасывали. У нас все ловится. Беловато, конечно, клюет. Пока, но клюет. Сорожка крупненькая довольно-таки. Надеюсь, в течение дня будет все то же самое. И мы будем сегодня с хорошим уловом. Ребят, хотите, чтобы у вас начался клев? Начинайте пить чай. И обязательно начинайте клевать.
оторвал снасть, зацепился за кромку льда. Буду ловить на две удочки. Одна поплавочная, одна будет на червячка с опарышем. Сейчас подрублю вам, чтобы поплавок видно было, если получится. Эх ты, на тесто сошла. Тесто отработало. Малюську наиграл, иди за бабушкой. Так, на тесто заметно лучше клевать стало. Прошло часа два после первого закорма. Кидаю вот небольшие шарики по одному. Почти с куриное яйцо, чуть меньше. Это докорм. Вот только закинул прикормку, сразу крупная подошла. Вот, пожалуйста, только что вяло было. Кинул докорм в шариках. Рыба его разбить не может сразу и крутится. Следующий закорм где-то еще через часа два сделаем. О, за два часа надергав. Пойду ноги разомну. Что случилось? Да нет, с клапана как долбануло. Прокладка, да, полетела? Ну, резинка. А есть зип, да? Ну вот, поставил новую. Извечные проблемы шмелей. Что, у вас как, нормально берет? Да, поклевывает. По чуть-то. Вяло что-то вообще берет, очень плохо. Приходится постоянно менять что-то, придумывать. Вот так вот шмели ремонтируем прямо на морозе. Сильный, когда мороз, помнишь, на куре был? Когда от этого... От калоши кусок, вообще не было зипа, от калоши кусочек отрезал, туда вставили, сделали, починили. Что поймал, сколько? Да, блин, да. Да нормально клевало сейчас, перестал. Сперва не клевало, потом совсем перестал. Ну, килограмма два уже. Что? Если бы у меня кивки стояли, я бы вообще бы сидел бы сейчас, глядел бы в потолок. Я не умею, по-моему, на кивки рыбачить. Нет. Не знаю, у меня пополам на кивки, даже, наверное, больше пока на кивки ловлю. О, привет, привет. О, повело, повело, повело. И там, подсекай. Ёрш, это да, ёрш, наверное, великолепный окуняка, окунь. Окуняка попал. Великий, здоровый. Все, я побежал рыбу ловить, я так не могу. Вот сразу окунь взял. Вот и плотва крупная. Зачетного кушка наиграл.
Вот так вот вяло-вяло именно крупная плотва берет. Уже смотрю, несколько штук подряд попалось очень вялых поклевок. Не поймешь, что ей надо. То серия поклевок и рыбин пойманных на тесто, то на червя с опарышем. Ничего не понятно. Кому что надо. А вот кто сидит на водоеме на одну прикормку, на приманку, того может быть сегодня и плохо клевать, у кого-то может быть и лучше, смотря кто что применяет. Только забросил на тесто, сразу вытащил. Под язык попался. Аж выскочила сама из лунки. Вот у меня перестала на тесто брать. Тут же поменял насадку. Поставил червей. Более или менее стало клевать. Наиграл плотвичку. Хорошую. Так что, ребятки, постоянно экспериментируем в ходе рыбалочки. Шмель дозаправил. Теперь можно приступать к рыбалке. У меня тут, по-моему, все съели уже, пока мне не было. А мне он что-то клюет. Что-то клюет. Так, еще часа два прошло. Сейчас последний докорм сделаю. Больше не буду до конца рыбалки прикармливать. Вот опять шарики, почти как с яйцо, чуть поменьше. У тебя что? Не знаю, килограммчика три пока. Ну, что три. А у тебя что? Ну, так примерно тоже так. 2,5, может быть. А вы болтаете дофига, надо вообще в тишине сидеть. Она шубливая. Вы весь день галдите. Бебе, хе-хе, хи-хи, ха-ха. Ах, ты прям в лёд убежал.
Ох, вот это ершак попался. Ерша поймал, говорю, с ладошку, наверное. Такой здоровый. Таких десятка два бы поймать. Так, все, потихонечку сейчас будем собираться. Сейчас пройдемся по рыбакам, посмотрим, сколько рыбы кто поймал. У меня вот улов. Не знаю, сколько тут. Ну, чуть меньше по пакету. Туки-туки-туки. Кто этот у нас спрятался? Че, поймали? Мы уже упаковали. Ну показывай рыбу давай. Там, там, там. Там у тебя что там на лбу такое? Третий глаз вырос, а? Что ли? Тоже, да, решил заняться. Правильно. Надо запечатлевать кадры. Ну что, покажите, сколько рыб-то поймали. Да я вообще вон фигня. Сколько тут? Ну тебе простительно, килограммчик поймать. Кузька. Поболе чуть-чуть. Поболе. Слабовато, если честно. Угу, угу. Ну я даже, наверное, чуть-чуть поболе поймал. Ну, пойдет. Чуть-чуть. Ну пойдет, да. Пойдет день. Нормальный день вообще, мне понравился. Даже интереснее, чем сам знаешь. Ну да, когда ее с трудом вылавливаешь, это лучше, чем когда она... Когда она вот прямо, да, одна как из пулемета берет. Да, а тут хоть подумать приходится, да, и приловчиться. Трудовая рыбалка всегда лучше. Да, и сначала такая мелочь была, а потом нормальная пошла. Сегодня применял разные наживки, червя, тесто, опарыша, опарыш с червем, то есть все подряд. И вот так вот нет-нет, то на игру, то настоящую. В принципе, поймали неплохо. Я на искусственную мушку брало, на черную. А я сегодня без мух ловил. У меня одна была эта имитация опарыша. Тоже на нее ловилась. На мотыля. Мотыля сегодня ставил, да? Искусственную. Ну, нормально. Живого-то нету. Ну да, у нас живых мотылей нету. Вяжем нимфочки под мотыля. Ну, тоже ловится, в общем, неплохо на них. Я думаю, вы и сами знаете. Всем пока. Передаю привет. Давно привет и не передавал. Ой, якутам, во, якуты просят привет, привет вам, Якутия, всем якутским рыбакам, которые не боятся лютых морозов, мы вас понимаем. Таджикам, узбекам, всем привет. Урюпинск. Урюпинск, во, Урюпинску тоже привет. Так, ладно, будем собираться, всем удачи, всем пока.